Светланка пришла с работы. Света, как врач? Привет. Привет. Угу. У меня есть сегодня есть такой лист, мне подарила мама и слайм. Да, принесла с работы. Приехала с работы и привезла подарки. Оцетисто. Да. А ну, Светланка, хвались, где это ты такое раздобыла? В интернете. В интернете, да? А, теперь ты вот так будешь сидеть, да? Ага. Ну, другое же дело совсем. Ну, надо же было дождаться, пока придет. Ну, да. Теперь не будет жать, здесь шапочка, да? Да, надеюсь. Вроде бы хэбэшная. Нормально. Вот теперь другое дело. А ну, покрутись же, покрутись. Красиво, Света. Цвет такой красивый. Сиреньки треба, щоб тут тіло мені геть не подобається. Сюди вся пилюка, вся грязюка. Сюди щось таке сиреньке вставим і зашить. Ти як врач? Тебе б так шло бути врачом, Света? Медсестра. Медсестра. Ну, я знаю, якщо б ти училася в мед, ти б була обов'язково врачом. Медсестрою би ти ніколи не була. Ну, я говорю, в костюмі, як медсестра. Да. Это у меня капуста, запеканка. А ну? Да, это вчера. Запеканка, да? Капустная. Запеканка была. Свете оставляли, покажи, а то мы уже остальное все съели. Мы в обед... В обед Галя делала запеканку. Да, капустная запеканка была. А вечером, смотри, Галя сделала... Это оладьи из кабачков, Галя. Да, видишь, какие пышные. Оладьи из кабачков? Да. Видно? Шов. Не очень видно, но шов такой есть. А, вот теперь вот так видно, да? Шов. Ну, логично, что есть. Его же шили. Должны быть швы. Да. Смотрите, что у меня есть. Такой слайм растекающий. Да, хорошо, в карман хоть можно что-то будет положить. А, даже расстегивается? Понятно. Ой, какой он у тебя. Сиськи. Смотри, какой, какие тут блёстки. И перчатки, да? У меня есть свои перчатки. И очки еще. Белые, да. Белые, тут черная полоса у очков. Маска. Сегодня пришла с утра и забыла, что одевать надо. Нацепила, маску нацепила и забыла, что надо очки еще и шапку. Что, что ты говоришь? С утра пришла на работу, забыла, что одевать. Маску одела, халат одела и села. Потом очки вспомнила, а потом вспомнила, что надо же на голову еще. Сегодня не надавила? Да, давит она. Давит, да? Ну, то резиновая, да? Или ты уже сегодня в этом костюме была? Да нет, только что забыла. А, только что забыл, забрал. Сегодняшний крест. Он надеется, что это уже не половина креста. А ну. Видишь, пока оно все подоходит, я уже заказ сделала, когда еще до работы. То один отменился, также и градусник этот бесконтактный уже когда заказали, а я вот только... А, получили? Да не получили еще, все идет. Я же говорю, они очень долго все это отправляют. А то, что я обычно заказываю себе базы, топы, даже еще только сегодня я им позвонила, тоже когда 3 дня назад уже заказ сделала. Пришла, посмотрела, что мне надо. Да, 3 дня назад. А сегодня звоню, говорю, ну что там у вас? Обычно я вот сегодня заказ сделала, завтра отправлю, послезавтра уже пришло. Вот сюда мне ТТН не приходит, звонит, говорит, сегодня отправлю. Ну, вы же не забудьте мне ТТН прислать, ну, номер декларации. Mm-hmm. Вот так долго шлют, очень долго шлют. Видно, все открылись, и эти все засобы, там что, стерилизаторы, большие банки, я заказала 5-литровые банки стерилизаторов для полов. То, что не нужно разводить, то, что баночку налил, попшикал и повытирал. Стерилизаторы, маски заказала, Юля маску заказала детскую маленькую, вот, что еще заказала, ну, одним словом, всякое такое, все, что надо, такое. База заказала, топ заказала, и вот все открылись, получается, и всем надо, и, видать, у них завал, а может, ну, там написано, с
связи, у зв'язку з карантинними засобами будуть затримки. А, вот так, да? Ну, я думаю, день, ну, два задержки, не три же дня уже, сколько, думаю, позвонить. Ну, сказать, что сегодня отправят, уже как будто... И когда должны прийти? Если сегодня не отправили, послезавтра, завтра, даже уже может завтра. Тут уже как новая почта. Новая почта тоже загрузка сильно большая. Возможно, послезавтра. Обычно мне от них сегодня я сделала заказ. Если с утра я сегодня сделала заказ, то уже завтра оно у меня. Обычно. Если я сделала сегодня вечером заказ, то послезавтра оно у меня. А это не знаю. Будем бачить. Ну, костюм я ждала. Ну, красивый зато. Сколько ты таких костюмов заказала? Один. А, один костюм заказала. Один пока. Да, люблю. Костюм этот 400, шапка 60. 460. Стерилизатора на 2000. Вот это маски, это жду заказ. На 2000 заказ. Термометр, градусник 1100. Теперь еще надо мне экран, защитный экран, 800 гривен, там 700-800, ну, Оксана, он за 700 нашла, буду смотреть, там уже какие-нибудь экран. Потом скварцевая лампа, за скварцевую лампу нужно отдать еще. Ласе. Ну, я уже думаю, Лася мне сегодня показала вообще ей. Это я так купила. Она, ну, я ее ставлю, она маленькая, вот такая лапочка, ставишь, она там где-то попадает. А у нас есть, надо быть такие, знаешь, длинные. И есть такие скварцевые лампы длинные. Угу. А у нас есть держатели под такие длинные лампы. Вот я думаю, у нас на одну лампочку как раз есть держатель. Вот чтобы найти такую лампочку, я бы только лампу сама себе заказала и установила бы ее где-то вот высоко, чтобы ее включать. Чтобы не бегать, Леся мне, у нас перегородка же стоит. А вот я куда, уже в таком виде я хоть могу выйти, я же не выходила на улицу. Я же в халате, а халат снимаю, одеваю. А так могу выйти хоть на улицу. То, поэтому, думаю, я включила лампу, например, она себе там паяя, а я себе шкварит. А я себе на улицу вышла, подождала. А Леся, с другой стороны, у нас перегородка и... Вот мучение-то, да? С ну, этими мучение. Всеми. Мучение это не мучение. Мучение. Главное, это... чтобы здоровье. Мучение это вот мы после каждого клиента. Мне еще Леся, бедная Леся. Сегодня я говорю, Леся, тебе поможет. Значит, это парикмахер, да. Вместе работает. Да, я тебе помою пивову поможу. Меня после 4 клиентов обрабатывают. Это обрабатываем мы всегда. Стол и лампу я всегда, ну, и обрабатывала. Ну, полы мыть после каждого клиента, ручки тереть на дверях после каждого клиента, вытираю, где он сидит, сиденье полностью протираю после каждого клиента. А возле меня еще стоит рядом УФО, его тоже протираю, потому что, ну, человек мало ли развернется. Когда у меня, вот, когда заходишь, здесь стоит лавочка. Возле лавочки этот УФО. И когда люди ставят свои вещи, он по-любому нагибается возле этого УФО. Поэтому я его тоже потеряю, мало ли, чтобы никто не тронул. Детки, вчера пришла клиентка с ребенком. Ой. Понимаешь? Вот ребенок пойдет, будет трогать. То я и лавочки уже протираю. Все протираю, все убираю. Все одноразово. Ну, в принципе, нормально. Все это, видно, уставшая такая. Да, устать. Да еще от непривычки терплю. Два месяца дома, а теперь на работу уже четвертый день подряд и по 10 часов работы. Сейчас я на 8 уже на работе, 8-10 у меня уже первый клиент. Я на 8 подъезжаю, 8-10 клиент. А приезжаем мы вот 7 часов сейчас. Мы приехали полседьмого, да? Да. Полседьмого. Где-то в 6 я закончила, значит, Мишка где-то в 6 забрал. Ну, сколько получается? 8, 9, 10, 11, 12. Час, 2, 3, 4, 5, 6. 10 часов работы. 10, ну да. Если красиво, раньше на 4 человек получалось у меня... А ну покрутись еще 5 часов заканчивала, даже возможно и меньше. То сейчас так. Угу. Я начинала там с 9 часов, с 29, а сейчас уже 8-10. Ну да, больше времени уходит. Очень много времени занимает стерилизация, ну, именно полы, это же воду поменяй, разменяй, налей, помой, поубирай.
там скварцевую лампу поставь, дважды на день мы ставим ее. Пока эту лампу поставь, пока она простит внизу. Вот так. А, наверное, еще больше напрягает, знаешь, что постоянный ты напряжение постоянно. Ты так, абы не забудь, так, це треба зробити, це треба. И оно, ты постоянно напряжение, оно тоже напрягает. Нет, еще. Ничего. Переживай. Абы уже це карантин закінчився. Так что все. О, оказывается, вот это все запеченное. Я думала, это в сыром виде, оказывается, запеченное, можно кушать. И конечно, цветочки да. Можно кушать, ну и ули тоже запеченные. Можно кушать. Да, запекла в микроволновке. Не риса. Угу. А? У меня цветочек не риса. А, и риса. Да, понятно. А я думаю, что на ранункулис похож. А это на цинию похоже. Баба Галя специально для меня. Это розочка. Это потому что я на диете сижу, вот она вот такой вот. А мне типично нарцисс похож. Нарцисс? Это ой, нарцисс. А мне больше на цинию. Издалека. А Вася вообще другой цветок назвал. Нарцисс, а тут нарциния. Ага, нарцисс и нарциния, понятно. Угу. Очень. Мне вот этого всего нельзя. Так вот это вот мне можно. Специально вторая для меня... половина была для тебя. Да. Галя специально для меня приготовила, так что я могу даже цветочки кушать, Юля. Угу. Вон и Юля себе взяла цветочек запеченный. Это все диетическое. В микроволновке, да. Без соли. Без сукру, без ничего.